Всем здравствуйте. Мне только что прислали вот такое вот видеообращение, где обращается несовершеннолетний подросток, который записал видеообращение. Вот давайте посмотрим. Итак, всем добрый день. Сегодня 29 число, 29 июня. Время 7 час, а я Соколова Настя, и я хочу вам кое-что рассказать, поведать. Сегодня я поехала в больницу в 12 часов, грубо говоря, без 15 час была там, в поликлинике. Поехала я туда на комиссию. Ее должны сегодня были проходить те, кто опекаемы и из детского дома. Ну, я приехала, увидела знакомых, подруг, и, ну, и начали мы потихоньку приходить вместе. Вот, прошел час, прошел два, три. Ну, ладно, думаю, сейчас освободимся, все, потому что там все уже устали, и дети, у нас там дети в обморок падали уже, и мужчины, и женщины, врачи ругали, вот. В итоге все сошло на плюсы и минусы, и все начали, как бы, кто жаловался, кто врачей защищал. Вот. В основном жаловались, писали жалобу, Мартынову писали, вот. Кто-то фотографировал, кто-то снимал. Вот. А потом у нас опять, вот у нас было много детей, которые падали в обморок. Врачи разводят руками. Вот. Я, в принципе, много чего засняла. Было очень много народу, не пройти, не проехать. Ой, вот. И сейчас время 7 час. Я только что вернулась домой с больницы. То есть все это время, 8-7 часов, я была там. Да и даже я еще не прошла одного врача. Этот врач просто на, как сказать, помягче. Наорал на людей, потому что они жалуются постоянно. И сказала женщина, то есть вот врачиха, что примет только 10 человек. Ну, она выбрала первых 10, вот, и начала принимать. Некоторые отказались, ушли прям, и жаловались, и кричали, и снимали. Говорят, что что за безобразие. Вот. Я это все засняла, но не успела, к сожалению, заснять, как врачиха орёт на всех. Вот. И это вся больница, вся поликлиника стояла на ушах. Ну и что я хочу сказать по этому обращению? Да, действительно, мне поступил звонок, и причем неоднократно. Я выехал в эту Симскую поликлинику и вот что я там увидел. Ты девочка, ты вообще дурдом, противно настоящий, правда. Успокойтесь! Зато... Слушай, я больше просто так не говорю. В смысле? А мы не стали его. Мы его не оставили после нас. Это вообще был занимал. Я даже не знаю, как его зовут. Он же как его зовут. Мы не знаем, что это. Как его зовут. Так, ну и как вы видели, когда я снимал, у меня просто даже запотел объектив камеры. Потому что стояла такая духота. И поднялся на второй этаж, начал снимать, где вот толпа детей, толпа народа. И у меня просто сразу запотел объектив. Я даже сразу и не заметил,
что он запотел. Отсутствие вентиляции. Ну ты что такое? Это вообще ни в какие рамки не идет. Мы машину нанимаем так же. Мы же машину нанимаем, дети. Я что сделаю, я могу. Ну поднимите к Светлане Федоровне. Я не знаю. Мы так же, я не могу сказать. Ну это же вообще, ну что это такое? Ну это же вечно. Издеваться, что ли, над детьми так получается? Дети с утра голодные здесь стоят. Ну я понимаю, но я ничем вам помочь не могу. Я ничего, я здесь. Ну если организованно, значит надо делать организованно это. Чтобы врачи все были здесь. А что это такое? Ну вы мне-то что вы скажете? Ну, вообще, это, мы детский дом, мы садим, проходим. Пожалуйста, или нет? Врач-то подъедет или нет? Да не знаю вообще, даже не приняли еще до сих пор. Что, говорите? Денис! Вот везде очередь. Везде очередь. Вот такая очередь. Это комиссия по опеке, вот мы проходим с детьми. Каждый год, но такого еще бардака не было. Вот сейчас мы прошли начальных врачей, нам к часу назначили. Врачи приехали во втором часу. Вот мы везде проходим. Сейчас еще эхо должны врач подъехать. Мы еще опять очередь займем. Опять еще будем в том же порядке. Детский дом, остальные дети и другие. И Скорпачева, и Сима, Симской. А дети еще не кушали. Не обедали даже, сидят. Они уже все его переживались. Ну, такого бардака я еще не знаю. Такой вот бардак. И правильно, чтобы отчет потом нам сдать по деньгам, что мы получаем на детей, нам нужно пройти комиссию, иначе мы отчет не сдадим. Вот. И для чего вот это такое? Можно же по времени всех организовать. Ну, 12 там, допустим, вообще-то по времени было, но врачи опоздали, приехали. Врачи приехали не вовремя. А некоторые еще не подъехали. И что, нам опять ждать и сколько ждать? Ну и, конечно, по данному видео тут... комментарии, наверное, даже излишни. Я считаю, что это неорганизованность всей работы. То есть назначили определенный день, назначили время, назначили медкомиссию, собрали зачем-то со всех городов там детей в одно время. Ну, я считаю, вот это вот неправильно. Просто на самом деле зачем-то издевались над детьми. Я надеюсь, что руководство больницы, руководство районное руководство, потому что не думаю, что это руководство именно детской Симской больницы, все-таки как-то в следующий раз отнесется более серьезно к данному вопросу.